Форум «Доброволец России» собрал в Сочи более 7 тысяч человек из 120 стран. В дни его проведения волонтеры встречали участников в аэропорту и на вокзалах, помогали ориентироваться в городе, работали переводчиками. Эту большую работу выполняли 400 сочинских волонтеров. Это и студенты, и добровольцы серебряного возраста. Самых активных за чашкой чая в мэрии города собрал Алексей Копайгородский. Я, как глава города, от имени всех жителей, от своей команды говорю слова благодарности и бескрайнее спасибо за то, что есть люди, которые бескомпромиссно решают все вопросы, все задачи, выезжают на все праздники, невзгоды и разделяют все проблемы нашего города. Самое главное, с улыбкой на лице. В благодарность за отлично проведенную работу мэр Сочи вручил волонтерам дипломы, цветы и подарки. Он отметил, что Сочинский центр развития волонтерства стал площадкой для развития добровольческого движения не только в городе, но и в крае. Сегодня в это движение в регионе вовлечено более 26 тысяч человек.